Послушайте, месяц назад я вам оставил задаток за квартиру. Я могу увидеть собственника? Нет. А документы на квартиру я могу увидеть? Нет. Ну а квартиру я хотя бы могу увидеть? Нет. Значит так! Отдавайте мне мой задаток, я пойду искать другую квартиру! Вы знаете, вашего задатка тоже нет. Друзья, что мы хотели показать в этом ролике? Остерегайтесь мошенников, доверяйте профессионалам.